Ребят, всех рад видеть на своем канале Тимоха Лайф. Кто еще не подписан, подпишитесь, впереди много интересной и полезной информации. А сегодня вместе с вами поговорим на такую тематику, как же увеличить иконки, как же увеличить текст на своем мобильном телефоне. Вот, к примеру, вы видите, у меня читабельный текст, да, даже на вот этих вот иконках можно все разглядеть, даже сейчас находится у меня телефон на вытянутой руке. У многих же такие иконки стандартные идут с маленьким шрифтом, и люди с плохим зрением или те, которые не могут рассмотреть, они часто не видят вот эти вот иконки и путают. А про SMS я вообще молчу. Или же текст, который вы находите, заходите в Google, ищете какую-то информацию, вы его вообще не можете разглядеть. Так вот, сейчас покажу, как эту проблему решить всего-навсего за одну минуту. И увеличить и иконки, и текст, чтобы был читабельный. Так вот, для этого вам необходимо будет ничего не скачивать, просто перейти в свои настройки и сделать пару настроек. Заходим в настройки. Далее нас будет интересовать, соответственно, пункт такой экран. Заходим в экран. И у нас, смотрите, во-первых, можно яркость настроить, да, на каждую. Вот так вот сделаем сейчас, чтобы вам было видео видно. И дальше мы можем уже здесь откалибровать, то есть все настройки подвести под себя. Значит, есть у нас, смотрите, такой пункт «Размер шрифта». Благодаря размеру шрифта мы можем увеличить текст. Видите, он здесь сейчас мелкий. То есть я сейчас могу прочитать на вытянутой руке, а люди, к примеру, не могут. Да? То есть он у нас стоит не на первой полосочке, да, а на второй, по умолчанию. Третий – это у нас крупный. Вот такой вот, а четвертый у нас максимальный. То есть благодаря вот такому вот тексту мы можем хорошо уже читать все на своем мобильном телефоне. Я же поставлю себе на третью полоску, мне так будет удобнее, хотя у меня стояло на вот этом. И мне самому неудобно такой текст читать, потому я ставлю на крупный. И таким образом я теперь активировал себя крупный режим. И смотрите, теперь у меня все настройки будут крупные. Видите, даже в меню телефона у меня все крупным планом идет. Точно так же на иконках. Они стали, видите, больше, под ними надписи стали больше. И таким образом телефон реально стал мне более просматриваемый. Далее опять-таки мы заходим в настройки, пунктик экран. И спускаемся в тот же самый момент, где мы выбирали размер шрифта. У нас есть еще масштаб изображения на экране. То есть, благодаря вот этой функции мы можем еще откалибровать на экране вот эти, смотрите, значит, изображения, которые нам будут приходить в виде SMS, MMS и различных мессенджеров, с различных мессенджеров сообщения. То есть, он у меня стоял по умолчанию, опять-таки, я могу поставить крупный, могу очень крупный поставить и сделать максимально крупный. То есть, кто плохо видит, можно вот так вот сделать на максимальный, и вы будете максимально видеть все, что у вас происходит на экране. Теперь мы вот так вот делаем. Я поставлю на среднюю, то есть крупный, как у меня ранее стоял, и я вот этим вот шрифтом довольный. Практически все, это все настройки, которые вам должны помочь увеличить вот этот вот экран, читабельность и просматриваемость. Смотрите, у нас теперь иконки стали больше, как вы видите. И, соответственно, у нас стали текст тоже больше. Вот такие вот две настройки позволят вам максимально увеличить текст и сделать иконки лучше. Кому понравилось это видео, поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал и расскажите об этом видео своим друзьям. С вами, как всегда, был Тимоха Лайф. До скорого. Всем хорошего настроения. Пока-пока.